символ наступающего года, зеленый дракон Озирисован, он же Лечидево, считается покровителем императоров и имеет сложный, вспыльчивый характер. Поэтому, дорогие женщины, с Горынычем лучше не обсуждать новогоднее меню, а просто приготовить то, что любит сей чревоугодник. Вот далеко не полный список. Рыба ишхан, свинина годжи, говядина кюфта, индейка, утка, гусь, сдобренные всевозможными острыми специями. Сыр чанах, разнообразная зелень мелень, чеснок, острый перец, тицак, свежий лаваш и, конечно же, тутовая водка. При этом огнедышащий ворочит нос от курицы, полуфабрикатов и консерв. Для него это слишком простецкая еда. А рецепты, как всегда, в ссылках под видео.